Пицца? Ну, говорят, давайте пиццу есть, а где она? Она так пахнет. Да? Ну, а кто же? Как? Видимо, да? Я это самое теперь... Историк наш. Хронометрист. А, вот теперь я вас вижу. А, Елена Александровна. Привет. Там в магазине есть мясо продают. Нет, нет, это нормально. Не, мы не страдаем, это дама. Надо было пару бутылочек назад зацепить. Ну, надо было, да, но мы что-то как-то не сообразили. Это у тебя лебедь? А, лебедь прекрасный, я знаю, где лебедь. Ну, вот. Это кто хочет первого сада фигня, то есть лебедь? Мерси. Там такие слова. Там люди в пижаме, там по пижаму, да. Это корсиканская? Это корсиканская талия. Да, да. И вот выходит Фернандель, это давно снято было, наверное, может, лет 30 назад, черно-белое такое кино. Ну, запись концерта, да. И там на три стула и три девушки сидят в их национальных корсиканских одеждах, длинные юбки. И... Не печалься. Ой, против солнца ничего не видно. А, вот мы сейчас, либо нам придется ехать. Банку это в смысле 3 литра? Ну, вчера хорошо, ребят. По-моему, да. Будем надеяться. Какие мы все красивые. Кино вот снимаешь? Я же потом положу это все в это самое в интернет, и все будут смотреть. Да. Как захотите, так и но как ты себя положишь в интернете? Положу себя. Ах, и так. Положи ты меня в интернет. Между прочим. А как отсюда нам выбираться, кстати говоря? Хороший задал вопрос. Раньше надо было думать. У нас там есть друзья. Вот анекдот девушки просили, да? Наши дежурные. Хватит война. Хватит, а то... А что, у нас там... Где-то скоро сессия. А что, где-то скоро сессия. Он не умеет танцевать. Отвечать. Пап, ну не надо, если не кажется, ну не надо пить. Иди надо пить. А мы его по морге чай. Только где-то скоро сессия. А что, где-то скоро сессия. А что, где-то скоро... Вот так. В 3500, а Саша уже уехал, в красной курточке едет. Вот Зоя фотографирует. А вот какая тут панорама красивая. Все видно. Далеко-далеко. Прям весь океан виден. Видите, как красиво. Вот там вот придется ехать сейчас. Ой, вот сюда, вот туда. Вот. Профиль какой красивый. О. Какой понравится. Нет, ну надо же выбрать цель. Устриц. Устриц, да. Устриц и белое вино. Закажем. Сейчас по телефону закажем, они нас будут уже ждать на льду прямо. На льду. Они их сейчас стегут. Они сейчас... Какой? Назовистый. Ну что, мы сейчас... Я что с тобой? Почему ты весь обвязанный? Говорят, что так красиво. Девушкам нравится, знаешь, шрамы, подвязки. Шрам на роже, мужику всего дороже. Конечно, да. Тактика. Потом опять сырковыми чайникам. И не увидите чего. Чайника.
прибор для обследования сводов шахт. 2. Прибор для... Прибор, предшественник современного энцефалографа. Неф. Это свод? Да. Значит, это шахты, наверное. И ваш ответ 2. Ну, допустим. Но я же должна что-то выбрать. Да. Облака тоже, движение облака. Ну давай, давай. А где там нефть в облаках? Это прибор. Такой, конечно. Это прибор. Да, да. Для определения скорости движения облаков. Ну, тоже же. Я вас снимаю на видео. Шевелитесь. Шевелитесь, шевелитесь. Кто ушел от света, вас не видно. Это хорошо, у нас можно кидать безнаказанно. Да, ну ладно. В здоровую руку. Еле видно. Наш ответ Чембервену. Оп. Александр не видит. Попал. Ну, кто там? Ну, ладно, на свет выйдите, вас не видно. Сюда. Ну. Я так не могу. Головки цветов склонились. А, давайте да. Склонились все головки. Все склонили головки, да? Да, головки. Молодцы. Молодцы. Плохо. А теперь быстренько засмеялись. Как вы умеете смеяться? Ну, ну, ну. Молодцы, 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 молодцы. Очень хорошо. Очень хорошо. Так, все смеются. Быстренько, быстренько смеются. Так, 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 смеются. Это я. Руки. Видишь, какой? Это я. Ну да, а мы-то думали. А это кто? О, боже мой, это же я. Кто ж там рядом? По морде чайникам. Чайникам и самоваром и паяльникам, а потом ведром и снова чайникам. И научили. Нет, не добились ничего. Ну не добились ничего, да. А